Ребята, вы на моем канале. Канал называется Делблин. Я сегодня снимаю новый ролик, потому что вы набрали 20к лайков. Но на этом нужно сделать больше чуть-чуть. Но 25к лайков, договор. Сегодня я снял этот огромный ледовый дворец, чтобы снять тут прятки. Но прятаться будут не стримеры, не кто-то еще, а прятаться буду я. На меня будут искать подписчики, потому что я все-таки блогер от народа, нужно дарить деньги подписчикам. Ну и в принципе просто счастье. Сфоткаться потом после этого, ну сами понимаете. Поэтому сегодня я буду прятаться в этом огромном ледовом дворце. И кто первый меня найдет, просто заберет приз. Короче, я написал в своем телеграме, вот здесь, кстати, мой телеграмчик, охуеть. Я написал в телеграме пост, что в моем ролике можно поучаствовать, и чтобы поучаствовать, нужно просто прийти на локацию. Первые 7 человек, которые придут сюда, автоматически будут участвовать в моем масштабном ролике в Ледовом дворце. Погнали. Понял? Мы придем, там никого не будет. Но там сейчас стопудово никого нет. Ну вообще, я ожидаю, что сейчас придет тупо сотня. С этого можно прикол, что я один сейчас там стою, понял? К сожалению, никто не пришел, и поэтому мы потом попозже еще подойдем, посмотрим. Так, в принципе, ну я думаю, придут люди все-таки. Ну, они же могут, ну, прийти. Тут же ролик еще будет снимать. Я пришел, на самом деле. Так, ребят, вы вдвоем, да? Нет. Короче, два человека всего за час. Ну, го. Я ожидаю, что сейчас придет тупо сотня. Ну, ребят, заходите, да, конечно. Я просто заранее знала. А, ну. Кому? Она не знала заранее, если что, напить. Ребята, вы как думаете, что сегодня будет? Ногами завязаны будем бегать. Ногами? Фетиши странные у тебя. Реально нет догадок, что будете делать? Искать тебя будем. Не, ребят. Я же вспомнил, что я писал просто. Ну что можно делать для дома дворца? Вот ты бы что подумал? Вот ты бы. Реально, кто? Тут же понял, типа, нужно же еще где-то прятаться. Ну, я еще не знаю, где я буду прятаться. Но по факту, тут даже места нигде прятаться. Норм будет, слышишь? О, нашли! Все, когда меня два оператора тупо с разных ракурсов слева и справа снимают, вообще поймем все чувствую. Не, вообще я думаю, что сегодня победят три мальчика, не знаю почему. Ну, пацаны как будто просто силой возьмут. Ну не меня, просто девочек. Сука, что я сказал? Не, ну, вообще ролик будет нормальный, я считаю. Будет очень крутой, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Просто смотрите. Нихуя я гений. Да, реально. Это такая подводка долгая будет на видосе просто. О, а где Ярик? О, Ярик. Ребята, вы мне нашли первое место, Виталий забирается. Туалет. Нахуй уходи. Ребят, новый масштаб. Неудобно держать. Скатывается. Вот, ребят, спортзал еще один, третий этаж. И вот на этом все, в принципе, вот вся наша локация, где я сегодня буду прятаться от ребят. И они будут получать за это призы. Сколько у тебя времени будет на то, чтобы спрятаться? У меня будет 5 минут. Не, у меня будет 10 минут. Ну ладно, их прикинь, сейчас 13 человек, они меня найдут просто вот так вот. У нас ролик просто 5 минут. Тут раздевалка. На чемпионате мира просто по футболу, да. Реально шампанское вот так вот. Тупо другалечки, реально. Поставьте мне чуть-чуть кубок сюда. Мужики, доставка. Не заказывали, бро. Блять. Кстати, никто не обратил внимания, что я посидел вообще. А это потому, что вы набрали 20к лайков, ребят. В этот раз нужно набрать просто 20. 20 и... Ну, вообще как-то по футболу реально. Не фанатею. Реально не мое. Скажи что-нибудь плохое про Делблин. Вот, как раз говорю, Ярик хороший, тип ровный. Респект ему. Спасибо, дружище. Но ты не участвуешь сегодня. Ай-яй-яй! Виталя, Барябя. Сейчас будет один секретный гость, которого я очень сильно люблю. Это мой брат младший. Вот, мы с ним вообще давно не виделись. А как зовут его? Малик. Да, вот сейчас Надежда, понял. Потому что там люди будут. Да, очень сильные. Блять, а где подписал-то? Нихуя никого нет. Я еще за час написал пост. Может, дополнительный пост напишешь? Ребят, приезжайте, пожалуйста. А вот подписчик вроде. Думал, прыгну. Ну вообще я парень простой, мне типа даже не падло упасть. Вау. Пошли на этот, на мост. Просто пошли. То, что делать? Я такие хуёвые ролики снимаю, да, Виталий? Ну да. Ничего, блядь, хуёвые. Ледовый дворец снял. И все. Ребят, ну чё, приехал мой брат Малик, мой братишка. Я думаю, что это снимаю. Ладно, Виталий. Эх. Ребят, для чего я сегодня собрал вас? Вот именно вас всех. Сегодня я снял ледовый дворец. Сегодня один из вас может попытать удачу и выиграть 40 тысяч рублей, если меня найдет в этом большом ледовом дворце. И после того, как найдется победитель среди вас, будет крутить колесо фортуны один из моих друзей давних, младший брат по совместительству. Как думаешь, найдешь, Ярик? Найду, ты не подскажешь, что за крашу? Электроника,
У них будет под категории электроника, ЦУМ, детский мир. Детский мир, сами понимаете, это если вам не повезет, выпадет, да? Что, какие правила, да, сегодня у нас? Правила, на самом деле, все просты. Вам нужно просто меня найти, а если я буду убегать, поймать. Будем начинать, да все, у меня будет... разговаривать, пошли уже прятаться. Тёма, в раздевалку в одну какую-то. Давай в раздевалку. Самую. Давай нахуй в раздевалку. И газ. Туда я. Самую дальнюю нахуй, чтобы не увидели. Никто из вас не победит, ребят. Это как в квесте. У вас будет 10 минут, ребят. Эпично. Надо, наверное, торопиться. Закрой, открой, закрой. 10 минут. Погнали. Блять, у меня даже идей нет, я даже не смотрел локацию. На втором этаже можно под стол. Под столик? Это Виталь. Понял. Прикинь, меня найдет 9-летняя девочка. Ребят, еще 9-летняя девочка. Ну, ей делать тут нечего, и мы ее взяли в ролик, чтобы она поучаствовала. Ютуб, это видео не для детей. Ребят, погнали. Так, посмотри, второй этаж тупо. У меня вообще нет идей, куда спрятаться. Вот вообще нет идей. Вот тут выход сразу. Это улица, нахуй. Может, нужна. Можно же на улице. Да, блядь, я че, я в кофте буду? Я тебе куртку принесу. Да че на улице, мне там... Давай. Охуеет, я же, блядь, а че, зря ледовый дворец снял, что ли? Так они тут будут бегать и тут крутить будут. Давай поищем. Если ничего не найдешь, то туда идешь. Так, ну на самом деле, типа, тут реально негде прятаться, потому что он огромный, но места тут нет вообще. А вот это что за лестница? Есть лента какая-то. Вот тут ленту ебануть. Скотч! Там же есть двухсторонний скотч, типа как лента. Можно так обманку. Можно обманку и спрятаться на улице. У тебя еще 7 минут есть. Ну ничего, нормально, все, справимся. Я больше меня найдет 9-летняя девочка вообще. Мы договорились с Ваней. Он мне не поздравил с днем рождения, подарил подарок, у меня был юбилей. И если он найдет, то все деньги, которые он выиграет, он отдаст мне. Юбилей — это 10 лет? А я просто в маке кушал и пришел сюда. Ну, я всегда его и привела. Но я себе нашла другого друга. Почему я один здесь бахил? Ой, извините, мать, пожалуйста. Я, кстати, Богдан, это ради меня. У тебя 5 минут осталось. Сколько? 5. Кто-то точно тебя там искать будет. Я говорю, самый ходовой на улицу. Ну погнали, похуй. Оставь еще ботинки где-нибудь свои, хуй знает. Что, я там босиком стоял? Под окном поставить ботинки, типа ты там стоишь. Сейчас, ладно, в игре тупо второй ролик подряд тратит бабки. Ребят, это вообще масштабно. О, да, типа я тут где-то. И на улицу. Все, ребят, я прячу. От глупцов, подписчиков своих любимых и своей девушки. Давай, Таль, спасибо. Ребят, давайте. Здравствуйте. О, Виталий. В топках. Ребят. Прятки начинаются, у вас 15 минут. Сад, подписчики. Я нацелен на то, чтобы найти сегодня Гарика и сохранить его деньги в бюджете. Так, все, раздевалки я проверил. Осталось чутка. Тут его точно нет, мне, кстати, дали порошок. Не знаю, хуйня какая-то. Оставляю здесь. Антон, здравствуйте. А где свет? Где я? Фу, блядь, мне. Опа. Что делать? Ярик должен... Блядь! Ёпта, блядь! Неприятная ситуация. Короче, сейчас оббегаю всю эту площадку, смотрю, Ярик здесь или нет. А я долбоёб, выход-то единственный вон там. Сюда нельзя. Будто на пробежечку вышел просто, а не Ярика поискать. Ну чё, ребят, сижу. В принципе, даже надежды не ставлю, что меня тут найдут, потому что они не ожидают на улице стопудово. Вот такое вот место. Второй этаж. Блять, это зеркало. Где мой кран? Нифига себе, тут все красиво выглядит. И где мне его искать? Кроссовки, понятно? Да, банка, это кроссовки. Ой, Виталий, если честно, я уже устала ходить. Я как блогер снимаю себя. Можешь подсказать? Подсказку? Да. Подсказка — это мой никнейм. Какой у тебя никнейм? Виталий. А вот это на улицу вроде. На улицу? Ага. Там следы есть. Блять, и что тут темно-то? Фу, жесть, тут воняет. Ты думаешь, что можно? Ну, вообще, как будто бы... Тут следы совсем недавние. Ну, я думаю, он не такой, да. Чтобы прятаться здесь. Не, он без куртки, он тут не будет прятаться. Фух, нашел какую-то дверь. Бро. Бро, я...
О, блядь. Ну, как так быстро ты меня нашел-то, блядь? Чего меня так быстро нашли? Блядь, почему ты решил сюда зайти? О, бля. Бля, вы зашли за 5 минут вообще. Ну ладно, суть ты не в этом ролике, потому что тебе нужно будет сейчас крутить рулеточку, тебя будут крутить рулеточку, и будешь выбирать приз. Ой, приз, блядь. Будешь выбирать... Ну, короче, бабки будешь тратить. Я был на самом деле в самом уверенном месте, которое существует здесь, но, к сожалению, меня нашел Иван. Поэтому погнали крутить колесо, потому что именно ты сегодня выиграл 40 тысяч рублей, бро, поздравляю, реально. Как блогер от народа, я дарю тебе 40 тысяч, которые ты сейчас будешь успешно проебывать. Но ты еще не знаешь, где ты будешь проебывать бабки и как ты будешь проебывать бабки, поэтому погнали. Ролик не заканчивается, потому что самое сладкое впереди. Вот оно, блядь. Даже 2 минуты не прошло, а Ярика уже нашли. Что за бред? Антон! Я засек 2 людей, которые были рядом с тобой. Да? Алишер самый первый, кто вот с первого этажа на улицу вышел. Да. Я ему в этом говорю, на телефон себя снимай, он отвлекся и ушел. Думаю, блядь, ну 100% он может быть на улице. И понимаю, то, что на улице, он будет прятаться. А я на улицу вылетел через вон ту запасную дверь и все. Внимание, ребят! Ребят, внимание, пожалуйста. Ну что, прошло 10 минут, как я спрятался, меня уже нашли. Ничего страшного, правильно? Потому что сегодня победил Иван среди вас. Он меня нашел первее и догнал. Он сегодня забирает приз 40 тысяч рублей, но ты не можешь выбрать категорию товара сам. Выбирает Антон. Что выпадет в этом колесе, там ты тратишь бабки. 3 категории. Электроника, это, ну, любой магазин электроники. Сум, понятно. Детский мир. Ну, это тебе, значит, не повезет, бро, реально. Бабки не так уж легко тратить эти будет, потому что на локации тебя ждут усложнения. Это я сегодня работал, а значит, левый. Ай. Вау, 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 вау. Электроника. Поздравляю. Я хотел на тебя прыгнуть, бро. Появляется. Электроник, да, вот типа был на ЦУМе, вот так типа, вот так. Ребята, что вы думаете, напишите комментарии. Люди недовольны. Антон крутит сегодня с правой руки. Как говорил Юрий Алексеевич Гагарин. Ай-яй-яй. Ну я поздравляю тебя, реально поздравляю, бро. Выпала электроника, но не забывай, что эти бабки тратятся не так легко. А мы перемещаемся в следующий день. Уа, ребята, привет, это же следующий день нового ролика, потому что сегодня Ванек тратит деньги. Если кто-то еще не забыл, он выиграл в ролике, ой, он в прятках выиграл Ванек, и поэтому сегодня он тратит бабки в этом прекрасном магазине электроники. В общем, насчет правил, я тебе говорил, что будут усложнения. Смотри, у тебя есть 2 минуты, чтобы потратить в этом магазине бабки 40 тысяч рублей. Короче, пока ты будешь бегать, я буду задавать тебе вопросы. Ну, бегать за тобой, задавать вопросы, если ты будешь отвечать правильно, будешь за это получать 15 секунд своего времени, но добавление, вот. Потому что 2 минуты, я думаю, мало, но вопросы нелегкие. Тебе нужно будет головой думать и сразу покупать товар. Не школьная программа. Бро, там, ну, там реально великая физика, ребят. Ебанутый масштаб, ребята. Подписочку. Лайк. Короче, чувства такие, я думаю, надо 40 тысяч тратить, а я такие деньги вообще в жизни не видал, поэтому как Влади Куэртов образ себе сделал, чтобы богатость почувствовать. Поэтому сейчас мы реально потратим эти бабки. И я залагал, нахуй. Что дальше? Так, ну что, Ваня, перед тобой магазин электроники, еще перед тобой 40 тысяч рублей. Ну да, ребят, чисто для ролика, чисто подписчику, если что. Если ты не тратишь их за 2 минуты, автоматически проигрываешь. Что, вообще проигрываю? Ну да. Бро, либо набрать, либо проиграть. Ладно, ну мы потом просто в ЦУМ идем и покупать куртку Витали. О, да. Правильно, правильно. Магазин электроники перед тобой. Когда я говорю старт, ты начинаешь бежать. Не забывай себя снимать. Деньги, можешь возьми лучше, да, деньги, да. Да, это для кадра. Раз, 2, 3. Пошло, 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 пошло. Как крошечку называют результат сложнее? Сложение. Сумма. Во, правильно, плюс 15. В каком из чисел имеется 80 десятков? 80 десятков? Google. Что? Google. Google, у тебя 27. О, у него... Я не знаю, а где там Apple Watch, не подскажете побыстрее? Давай дальше вопросики. Давай, давай, давай. В каком из чисел имеется 80 десятков? 800. Правильно. Какое число преследует за числом 198 и пришествует числу 200? 199. А, чё? Кто нам все знает? Просто третьего класса. Я нихуя не знаю. В каком из месяцев года бывает 28 и 29 дней? Во всех. Я устал. Еще плюс 15. Ну, бро, ну смотри, у тебя уже... Ай-яй-яй, так осталось у тебя 2 минуты еще. Чему равна половина 150? 75. Чему равна четверть 160? 25. Не, а не ответил. Ладно. Ладно, давай возьмем Apple Watch. Блять, какие вы? SE. Ладно, окей, 30. 30500. Новенький Redmi 9. Ага, сколько лет в одном столетии? 100.
По-хорош, нихуя себе, он нормально. У тебя еще 10 тысяч осталось, давай, у тебя еще минута. Нам нужно, как минута? Нам нужно колоночку найти. Нормально держится, если он успеет. Так, давай возьмем, короче, электрическую зубную щетку, по приколу, пусть будет. Реально? Да, ну вот эту, например. Ну, бро, у тебя еще... Еще 34 тысячи. Стой, у тебя 40 секунд осталось, давай быстрее. Кузнец шоковал тройку лошадей, сколько подков ему пришлось набить? 4. 12. 15 секунд, бро. Да как? Ладно, ну, возьмем вот эту клаву. У меня времени ноль. На самом деле, ну типа время. Просто. Вот эту клаву возьмем. Давай, у тебя 10 секунд уже. И. Да что, где, дорогое? 5. 4. Вот эти наушники. Вот эту мышку. 3. Че ты сайбут берешь? Ты че, дурак, что ли? 1. И вот 2. Эту мышку. 3. Ладно, давай просто вот эту клавиатуру возьмем. Клавиатуру возьмем, за 6500 добьем. Наше время прошло. Да. Ну, ты уже не успел, бро. Че, мы же выбрали. Я проиграл. Да ладно, бро, это пранк. Хорош, ты забираешь банк, Apple Watch. А что ты купил вообще? Apple Watch зубную. На самом деле, эти вопросы были, ну, в любом случае, я бы тебе дал эти деньги потратить, но если бы ты ответил на все вопросы, ты бы мог половину бюджета потратить в другом магазине. Просто там и вопросы, то, что ты думаешь, и что купить, и думаешь, как ответить, но там просто Xbox стоял за 40. Но как-то не получилось даже забрать. Но ничего, я тебя на самом деле поздравляю, что теперь ты можешь купить все эти товары себе. На 40 тысяч рублей, что ты там купил себе Apple Watch, клавиатуру, сейбот. Ну нормальные, кстати, наушнички-то, но неплохие даже. Ты почти справился на самом деле. У тебя было где-то 3.15-3.30, и где-то прошло где-то вот так в этом времени. Ты примерно справился, ответил на 7 вопросов, нужно было на 10 ответить. Идемте покупать. И просто смотри, у тебя Apple Watch 30.499, да? Клавиатура, что еще? Зубная щетка 2.699, да? У тебя осталось 7 тысяч. Но реально, ну клавиатуры же нет по факту. Ну и тут вообще... Мусор. Не положили клавиатуру. Ну что, я, блядь, не принципиальный, в принципе. Я просто даю бабки своим подписчикам. Я не принципиальный. Поэтому выбери себе на 6500 даже без времени. О. Либо на половину бабки, да? Да, на половину бабки. А, ну го. Алло? Не, давай выбирайся на 6500, что-то. А, наушники свои не забудьте, главное. Ярик, честный блогер все-таки или нечестный блогер? Ну как, со стороны смотрите? Честно или нечестно? Да норм. Ну норм, да? Да. Ребята, да. Вы как думаете, напишите в комментариях. Ну, можно было пошутить, типа, сова, камера. Но это слишком тупо будет, наверное, очевидно. Я не додумался даже. Да. Умная медиаколонка. Мне нужен был Аланя. Алису, я забыл. Давай Аланя Алису возьмем, я пообещал. Есть Алиса дома, на. Ты обещал ей Алису? Он сказал, что я ничего на день рождения не подарил, я должен ей Алису теперь. Почему ты вообще ей должен? Ты что, я выиграл? Она сказала, она обиделась на то, что я выиграл. Охуела? Можно взять таких игрушечек. Ванчик! Ванчик, берем, это тебе отдается. Ладно, народному блогеру подарки. Мне как раз никто на Новый год ничего не дарил. А Apple Watch тоже мне? Если наберется на это видео 100 тысяч лайков, я... Ребята, наберите, пожалуйста. А может я сделаю ролик, типа, если ребята наберут 30 тысяч лайков, я трачу в ролике 180 тысяч рублей за 3 минуты. Интересный ролик получится, ну, да. Просто мне задают вопросы, чтобы время добавлялось, нормально будет. Не, ребят, если у вас реально есть идея до видоса, пишите в комментариях. Ну да, я бы тоже сейчас, кто-нибудь позвал бы в ролик 40 тысяч потратить, я бы потратил. 40 потрачено. Вот и прошло время, когда ты потратил свои 40 тысяч рублей. Как эмоции? Эмоции просто нереальные, но очень теряешься. Я понимаю, я бы тоже потерялся. Мне кажется, я бы ничего не купил. Я очень. Ребят, чувствую. А что бы вы сделали? Вы потерялись или нет? Напишите в комментариях. Фанка Поп Анчик, который отправляется прямиком. Спасибо, бро. Нереальные наушники Сейбот, которые достаются моему другу. Это тебе, бро. Сейбот. Себе решил, короче, флешечку прикупить, так чисто в уник гонять. Ну, мышка такая легенькая, чисто просто, ну. Самый главный лут Apple Watch. Сетевой адаптер, да? И сковородку маме, да? Сковородку маме. Ну или сам себе приготовлю. Короче, я считаю, что это достойные покупки. В прошлом ролике чувак тоже вроде купил маме AirPods. Да, он купил маме AirPods. И в этот раз тоже накупил подарков. Короче, Ванек, что, пару слов теперь. После всего этого, что вот ты потратил бабки, выиграл, еще там нашел меня. Ну, в принципе, было реально интересно. Короче, спасибо на самом деле Ярику за то, что он делает такой контент. Он крутой, подписывайтесь, реально. Вы сами знаете, добиваем 50к и выходит следующий ролик. А поэтому, наверное, мы будем заканчивать, потому что ролик-то подходит к концу, уже нечего делать. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь обязательно на канал. Ну и просто скоро новые ролики, новый контент. Спасибо, что смотрели ролик до конца. Всем пока. Пока всем. Выключаю. Пока. Пока, ребят.